Once we awaken to the Tathagata Zen. Как только мы пробуждаемся к Татагата Дзену. Tathagata is another name for Buddha. Татагата это другое имя Будды. It also means suchness. Оно также обозначает таковость. That is suchness. Вот это вот таковость. Thinking, такое, как оно есть. Thinking. Думанье, думанье. Go away from now. Думанье уводит вас вот от сейчас. Suchness is actuality. А вот эта таковость, это актуальность. When you're totally here, there are no thoughts. Когда вы тотально здесь, нет никаких мыслей. And you will be surprised that you can do anything. И вы вообще удивитесь, что вы можете делать все. Without thinking. Без думанья. There's no need. Нет в нем никакой необходимости. I have this famous incident in India many years ago. У меня такое было происшествие в Индии много лет назад. There was this Indian man sitting in my satsang in Tiruvannamalai. Был мужчина индус, и он сидел на моем сатсанге в Тируванамалай. But he said, Nukunu, but if I awaken, what will happen to my family? И он спрашивал Нукуну, если я пробужусь, что же случится с моей семьей? Because he believes he is the doer. Потому что он верил, что он деятель. Он тот, кто делает. I said to him, he will be, they will be taken care of as the same power that takes care of them now. Я ему сказал, что вообще-то о них позаботится та же самая сила, которая заботится о них и сейчас. You believe it's you who take care of them. Ты веришь, что это ты заботишься о них. That is the illusion. А это иллюзия. Can you see? He believes. Видите, он верил. That is the personal doership. И это такое личностное делание. Identification with the ego. Идентификация со своим эго. When you wake up, you know that everything is taken care of perfectly. Когда вы пробуждаетесь, вы видите, что обо всем заботятся великолепно. And has always been taken care of. И всегда обо всем заботились. There's never been any personal doership. И никогда не было этого личностного делания. That is also being done. Это тоже было сделано. When there is a thought about me arising, когда мысль обо мне возникает, keep your eyes closed. Закройте, пожалуйста, глаза. Feel the body moving around in your body. Почувствуйте свое тело. It goes out to every cell. The blood moves out to every cell. Почувствуйте, как ваша кровь двигается к каждой вашей клеточке. With the exact nourishment. И она приносит питание. Your heart is beating. Ваше сердце бьется. Without you doing it. Но разве вы это делаете? The blood is moving in your body without you doing it. И кровь двигается в вашем теле без того, что вы это делаете. You're breathing. Вы дышите. Without having to remember to breathe. И у вас нет необходимости помнить, что вы дышите. If all this was run by your ego. Если бы всем этим руководило ваше эго, you would be dead, вы бы уже умерли before you were born. До того, как еще родились. So why do you think that your feelings and your thoughts, тогда почему вы думаете, что ваши чувства и мысли and your experiences, и ваши переживания are being created by some fictitious I, были сотворены каким-то таким иллюзорным «я»? Why? Почему? Why do we believe in that? Почему мы верим в это? And that's ignorance. И вот это невежество. And ignorance is pain. И невежество это боль. It's just endless pain. Это просто бесконечная боль. Because it's not true. Потому что это неправда. Just feel it again, how the blood is moving around in your body. И теперь еще раз почувствуйте, как кровь она течет по вашему телу, как она двигается. Such an incredible intelligence. И это такая невероятная разумность. And the cells are parting and growing. И клетки делятся и растут. My good Lord, if you should do that. О Боже, если бы вы этим занимались. You will be a cripple. Вы уже были бы cripple. A cripple, you would be not able to function. А вы бы уже не могли функционировать. If you should remember to beat the heart. Если бы вам нужно было помнить о том, что ваше сердце должно биться. All this is. So obvious it's a non-doing. И, ну, вполне
как бы очевидно, что все это не деланье. Feel the same for the rest of your life. И продолжайте чувствовать это на протяжении всей вашей жизни.